По состоянию на 11 часов сохраняется ветреная погода, в результате чего было повалено 11 деревьев и порядка 4 крупных веток. С 6 часов утра 6 бригад КП «Город Зелентрес» оперативно устраняют все аварийные ситуации в рабочем порядке. Ветреная погода сохраняется, поэтому просим быть внимательными и о всех последующих аварийных ситуациях сообщать как на линию МЧС, так и на дежурного по городу. Просьба к жителям не оставлять машины под деревьями, а также быть внимательными во время ветреной погоды. Спасибо.